Второй в Приморье по числу избирателей – Уссурийский городской округ. Здесь почти 139 тысяч избирателей. Как проходит голосование, нам расскажет Наталья Зайцева. Стартовал второй тур выборов. Сегодня, 16 сентября, Уссурийский городской округ, как всегда, активно включился в процесс. С 8 утра и до 20:00 будут работать избирательные участки на всей территории Уссурийского городского округа. Кстати, напомним, что их 102, 98 из них стационарные, остальные мобильные. Мы сегодня находимся на одном из крупных избирательных участков в микрорайоне Уссурийска. С нами рядом стоит председатель этого избирательного участка Алина Матвеева. Как раз таки она нам расскажет, как у них сегодня начался второй тур выборов и какие изменения на их избирательном участке сегодня представлены. Алина, ну вообще сколько у вас избирателей должны прийти? Ну вообще у нас по спискам действительно один из самых крупных участков в Уссурийском городском округе. Сегодня у нас 2336 избирателей, согласно всем вот проверенным данным. И что радует, конечно, то, что с утра уже такой ажиотаж немножко образовался, потому что образовалась такая небольшая очередь даже людей, желающих проголосовать и отдать свой голос за кандидата. Как и в первом туре выборов, до обеда собираются заявки на тех людей, которые не смогут прийти на избирательный участок. Комиссия в составе также и наблюдателей, и работников правоохранительных органов поедут по домам, чтобы малоподвижные граждане также могли отдать свой долг, свой голос. Напомним, что в этот раз избирательные участки также практически все оснащены камерами видеонаблюдения. Также за чистотой избирательного процесса следят наблюдатели. Ну, как уже нам сказал председатель, в этот раз всего два кандидата в бюллетенях. И по итогу именно второго тура станет понятно, кто же станет главой региона.